Компания Geely, крупнейший частный китайский автопроизводитель, представила в Шанхае умопомрачительный концепт-кар Preface, то есть предисловие. Проект говорит с нами на фирменном языке дизайна под названием «Расширяющийся космос» и олицетворяет сделанный китайской компанией полный оборот. Однако это не возврат в исходную точку, а движение по спирали и полная готовность к следующему шагу – навстречу эволюции. На автосалоне модель представлял ее разработчик – вице-президент студии Geely Design Shanghai Гай Бергойн, который ранее работал в Volvo. Напомним, что Geely владеет шведской маркой уже 9 лет. Preface – это седан хардтоп, лишенный средней стойки кузова, а безрамочные двери открываются против хода. Таким создатели увидели персонализированный спортивный седан китайской марки. На языке вертится слово «премиум», но Geely старательно обходит его, используя английское сочетание «high-end», которое обычно означает технологичные товары высшего качества. Geely обращает внимание на монументальную решетку радиатора, которая стала шире и выше, чем у прежних машин марки. Над вогнутыми вертикальными планками будто парит новая эмблема. С нынешнего года Geely представляет себя именно таким логотипом. О технике ничего не говорят, кроме общих слов про гуманизированные интеллектуальные технологии привода, что бы это ни значило. Понятно, что Geely хочется иметь в своем портфеле и престижные динамичные машины. Вскользь упоминают, что в основе машины лежит совместная с Volvo модульная платформа CMA, то есть компактная модульная архитектура. Нынешний флагман Geely, известный у нас как M-Grand GT, построен на собственной китайской тележке, а вот его сменщик, очевидно, переедет на более прогрессивную европеизированную платформу. А модные электротяги ни слова, но к 2022 году Geely собирается электрифицировать все модели путем внедрения мягких или полных гибридных установок.